Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы вам продемонстрировать, как я сделала вот этот вот макияж. Он делается очень просто, поскольку в нем нет никаких четких линий. Если вам эта тема интересна, то продолжайте смотреть. Итак, приступим. Я возьму вот такую вот базу от Catrice. Это основа выравнивающая для лица. Так, нанесу ее на лицо, чтобы мой тон держался подольше. И наносить тон я буду быстро, хотя, конечно, хорошо бы, когда база немного подтекается, просто у меня нет времени. Альянс Перфект у меня будет вот такой вот 3N бежевый. Так, наношу на запястье. Кстати, я еще, знаете, немножечко тона сейчас, наверное, смешаю, потому что у меня кожа достаточно сейчас светлая. Я смешаю с вот таким вот Bourjois Healthy Mix Serum. Он тоже легенький, но просто более светлый. Да, я их вот так немножечко перемешаю, чтобы чуть-чуть сделать тон светлее. Перемешаю прям пальчиком вот так вот на руке. Так, и нанесу на лицо. Вот так вот сделаю. Немного делала коррекцию бровей. Тут у меня покраснения небольшие. Пытаюсь что-то с ними створить. Такую, убрать свою асимметрию. Она у меня очень сильная. Так, и беру свой любимый шиогрызок. И наношу тональный крем. В принципе, наверное, так же, как и все. Такими круговыми движениями. Делаю быстро, потому что дел сегодня, ой, как много. Своеобразное «собирайся со мной». Значит, этот макияж я делаю под одежду определенной тональности. Он такой очень... макияж очень теплый. И одежда будет соответственная для того, чтобы все это гармонировало. Знаете, потому что есть, конечно, универсальные макияжи по цвету, разумеется. Краснота спадет, конечно. Сейчас может еще немножко остаться. Ну ладно. Вот, потому что под одежду нужно тоже подбирать макияж. Какие-то более холодные цвета, более теплые цвета. Вот, я всегда подбираю. Так, далее я возьму корректор. Я возьму такой вот от Catrice Light Relief Concealer. Вот такой вот так он выглядит. В цвете у меня 0,10. Знаете, если честно, не особо в восторге я от этой вещи. Так расхваливала девушка-блогер, которая мне очень-очень нравится. Как-то вот я к нему осталась равнодушна. То есть, нет, неплохой, хороший, такой достаточно легкий, но неудобная тара, очень маленький объем. И однозначно второй раз брать не буду. Ну, хотя, в принципе, если вы ищете что-то такое, такое прям легкое-легкое, лайт-версию, да, то, в принципе, он, в общем-то, неплох. Попробовать можете. Однозначно неплохой, это точно. Так, далее я припудриваю, тоже будет у меня Альянс Перфект, а еще пудра, слушайте, у них так моментально обдираются их коробочки, что это просто ужас какой-то, вообще, не знаю, в сумке другие ношу, а это прям моментально. Пудру я наношу очень-очень тонким слоем, буквально для того, чтобы макияж зафиксировать, просто зафиксировать жирную текстуру, чтобы она просто прибилась, да, и сидела подольше. Это основное вообще, основное свойство и необходимая задача пудры. Так, далее сделаем коррекцию. Я буду делать коррекцию своим любимым средством. Это MAC Harmony. Хотя, знаете, когда закончится, потому что я вот вообще юзаю ее очень часто. Я попробую, в принципе, у Just, по-моему, были интересные скульпторы. Вот, хочу попробовать. Знаете, ну, купить так, попробовать, купить такой, как travel size, да, поскольку я, допустим, если в спортзал хожу, предположим, да, там, если голову моешь после тренировки, да, либо какой-то там сауны, да, то очень удобно все-таки иметь его с собой. Сейчас я скажу почему. Потому что я считаю, что именно контур, это контур и румяна, это вообще просто самая главная вещь, которая должна быть в арсенале девушки на данный момент. Потому что настолько универсальная вещь. Я использую их в виде теней на складку. Великолепно подчеркивает. Я вот не извращаюсь ни с какими кисточками. Просто кисточка для глаз. Я формирую носик. Сразу я делаю вот это все для того, чтобы видеть уже такой вот, что у меня
как говорится, с лицом получается. Так, с кожей мы почти закончили, потом будет, конечно же, хайлайтер, но это у нас все с вами будет немножечко позже. Так, теперь переходим к бровям. Брови оформляйте так, как вы любите, как вам нравится, ввиду того, что у меня сейчас брови достаточно яркие. Ну, сегодня почему-то день не хочу я яркую использовать ни тинт, ни помадку, я буду использовать обычный карандашик. Это Анютины глазки, да, Анютины глазки от Евы Мозаик. Итак, просто расчешу свои бровки, чуть-чуть я их сегодня подчеркну, что-то как не говорю, не хочется. Вот бывает такое, что просто не хочется ничего такого особенного делать, а делать что-то надо однозначно. Может, даже надо было тенями? Кстати, да, наверное, сейчас тенями больше сделаю. Так, тени я возьму. У меня тени для бровей, сейчас вам скажу. Это L'Oréal Brow Artist, вот такие вот для блондиночек. Кисточка у меня вот такая вот скошенная, это от Monly Pro. Докрашиваем уже бровки. Так, с бровками мы закончили, приступаем к макияжу глаз. Я возьму, для дня чаще всего я пользуюсь подложкой для таких достаточно ярких макияжей кремовыми тенями. Люблю Color Tattoo, считаю их однозначно хорошими, удобными, бюджетными. И вообще, в принципе, эффект и цвет мне очень нравится. Нравится, как цвета других теней смотрятся на этих кремовых тенях. Все мне нравится, поэтому я их использую, да и еще, вообще, в принципе, я использую именно то, стараюсь как бы выжать максимум из того, что есть у меня как бы в моей косметической коллекции. Итак, далее я возьму тени, я буду наносить под бровку не перламутр, я буду наносить такие слегка сатиновые тени, это вот такие вот. Это MAC цвет ванила. Долго они у меня. Знаете, я не особо люблю на день какие-то там шиммерные, сильно блестящие тени под бровь. Мне кажется, что и так достаточно будет всевозможного блеска. Следующее, что берем, это любые тени, которые имеют слегка шиммер, сатин и так далее. В этом случае, когда наносим на кремовую текстуру, любые, даже самые не очень хорошие тени будут смотреться адекватно. У меня вот такая вот палитра, которую я не буду вам советовать, поскольку я считаю, что она не очень хорошо пигментирована и, может быть, не очень хорошо держится. Но на кремовых тенях самое то. Ну и к тому же, если она есть, уже надо расходовать, правильно, не выкидывать же деньги на ветер. Я возьму вот такой вот красноватый оттенок, сейчас это модно, вот, и буду наносить на всю поверхность подвижного века. То есть все это делается быстро, да, наверное, самое долгое вообще макияж, по крайней мере, у меня это брови, а не что бы то ни было другое. Поэтому на макияж глаз я стараюсь тратить времени по минимуму. Нанесли тени и чуть-чуточку вниз сразу. Кисточка, это кисточка от Sephora номер 22. Кстати, очень удобная. Хорошая штучка. Далее я беру растушевочную кисть, здесь любую, у меня это 217 от MAC, очень удобная вещь. Мы с вами еще будем потом тушевать другим цветом. Все, я думаю, что в принципе пока на данный момент все очень-очень просто. И сейчас я растушую на складку подвижного, складку века, я здесь нанесу свою контурирующую пудру. Посмотрите, насколько сразу же моментально преображается глаз. Знаете, я использую
этот контур практически в каждом своем макияже, когда крашусь, практически вот в каждом. Знаете, за исключением, может быть, ну, я использую еще такой светло-коричневый, но этот цвет однозначно самый любимый, поэтому любой свой контур спокойненько используйте. Знаете, только с одним контуром можно сделать отличный длинный макияж. Так, и далее я беру карандаш. У меня обычный коричневый от Евы Мозаик. Жирненький. И что я делаю? Я подвожу снизу где-то буквально 1/3 по глазу. Подвожу слизистую. Обязательно прокрасьте все межресничное пространство. И сверху аккуратность никакая не требуется. Что мне нравится однозначно в этом макияже, что нет никаких четких линий, соответственно, можно краситься быстро, и все в любом случае тушевкой будет поправлено, сделано красивым, поэтому можете особо не мучиться. А что еще нужно утром, кроме как не мучиться, правда, с макияжем? Кстати, этот макияж вполне можно, если сделать в ярких, поярче цвета, он вполне может стать и вечерним. Далее, можете сразу наносить тени, можно немножечко, как я, сделать, подтушевать карандаш любой кисточкой, которая у вас плоская, синтетическая, маленькая, типа язычка. Вот, я быстренько подтушевываю. Я беру вот такую вот синтетическую кисточку. Это Jazz номер 39. И я возьму свои тени. Это Pupa номер 105. Сейчас я вам покажу. Вот обычные коричневые матовые тени. Берете тени и начинаем наносить. Я наношу тени снизу. Так удобнее. Наносим прям просто на этот карандашик. Потом нанесли сверху. Сейчас будем оформлять уголочек. И немножечко выводим глазик наверх, поднимая. Вот так. Просто на ребро. И вот так чуть-чуть приподняли. И затемнили уголок. Сейчас еще раз тушевочной кистью мы это все загоним в складочку. И в общем-то будет практически все готово. Так, наша заготовочка готова. Берем растушевочную кисть и тушуем наш темный цвет, загоняя его вот сюда, вот в складочку. Такой буквой В. Низ тоже подтушевываем. Я стараюсь работать аккуратно, чтобы ничего у меня не сыпалось. Обязательно тряхайте кисточку, когда вы наносите тени, чтобы никаких там осыпаний, подсыпаний не было. Далее я возьму свой цвет, который у меня был до этого, и опять-таки я буду стушевывать цвет им, чтобы границы были такими более растушеванными, мягкими. Самое главное в любом макияже, особенно в таком, это хорошая, качественная растушевка. Поэтому изначальные линии были не важны. И беру третий цвет, опять-таки, на кисть. И прохожу, очищаю всю тушевочку. Вообще, очень люблю такие макияжи, которые нужно нанести. Подтушевал, подтушевал, подтушевал. И, в общем-то, все хорошо. Да, в образе, который я сегодня буду носить, такой макияж глаз вполне уместен. Тушь у меня Кабаре Премьер в черном цвете. Так, видите, ресницы нижние длинные, вот это вот все приходится немножечко убирать, но высохнет, спадет.
Так, с макияжем глаз мы закончили. Ничего во внутренний там уголок глаза я не наношу. Так, далее. Контур у нас, в принципе, есть. Осталось добавить немного бронзера. Бронзер у меня от NARS. Здесь кожа должна быть, да, такой... Все золотистый-золотистый, такой какой-то теплый-теплый. Тогда макияж смотрится органично. То есть такой макияж, если вы очень бледненькая, совсем бледненькая и все синенькое, да, то такой макияж может не смотреться. Так, далее я наношу своих любимый хайлайтер. Вообще-то не хайлайтер, это тени номер 201 от Pupa. Вот такие вот, видите, там уже вообще практически ничего не осталось. Прям с огромным удовольствием я израсходовала ту кисточку, кстати, очень даже неплохая, это AliExpress. Я наношу на наши скулы, носик чуть-чуть над губой. Очень хороший цвет, мне он прям очень нравится. Так, и далее нанесу румяна. Румяна я буду наносить кремовые, у них очень деликатный цвет. Это ателье, знаете, номер, по-моему, уже стерся. Вот, сейчас вам покажу. Вот такие вот старушечки, очень мне нравится. Цвет очень деликатный, вообще прям такой, как надо. Если нет, то очень хорошо тоже подходит вот такой вот персиковый, если я хочу образ немножечко посвежее. Но пока для меня, я думаю, по сезону, по времени вообще года, это рановато. Чуть-чуть попозже я буду наносить такие, да. Сейчас вот нанесу персиковые, чтобы буквально чуть-чуть освежить лицо. Буквально капельку. Так, что я забыла нанести? Я забыла нанести гель для бровей. Гель для бровей забыла нанести. Сейчас я записать это видео уже, я не знаю, какой раз, кончилась карта памяти, поэтому я тут переоделась уже по-быстренькому. Сейчас осталось накрасить губы и все. Значит, буду губы я красить вот таким вот карандашом номер 202 от Just. Очень мне нравится цвет, вообще подходит под все нюдовые помады, стоит недорого, очень большой объем, очень хорошее качество, кстати. Вот, подвожу губы так же, как все. И наношу помаду, она вам, кстати, очень понравилась многим в Instagram, это номер 50. Вот такая вот от Maybelline Vivid Matte Liquid. Она не очень хорошо держится, не совсем матовая, но зато она комфортная, и у нее красивый цвет, и самое главное, она красиво стирается. Для меня это важно. Такой приятный-приятный цвет, как раз под достаточно яркие, но без четких линий глаза. Эта помада в самый-самый раз. В общем-то, вот так. Итак, это все, это мой макияж, с которым я сегодня проведу день. Я надеюсь, что он вам понравился. Если да, то поддержите меня пальчиками вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!